Всех приветствую на канале. Сегодня мы приготовим шикарное блюдо — казан-кебаб. Казан-кебаб — это, наверное, не рецепт, даже не точно, это не рецепт, это способ приготовления. И мы сделаем казан-кебаб с утки. Шикарная у нас утка. А остальное по ходу посмотрим. И перед тем, как приступим к приготовлению, я хочу напомнить, что на нашем канале разыгрывается тандыр. Приступаем. Вот нам понадобится утка. Утка у нас такая покупная. Картошка, две луковицы, кольца ананасов, масло, соль и специи. Разделаем утку. Это мы откинем. Жир тоже нам пока не понадобится. На другое блюдо какое-нибудь пойдет. Еще есть очень хороший рецепт утки с апельсинами. Я его вам обязательно покажу. Тоже ничего сложного не будет, но очень вкусный. Даже, мне кажется, он на первом месте. А вот с ананасами я буду говорить, что это на втором месте. Все, утку мы нарезали и переходим уже непосредственно к казану. Выливаем масло. Масло нам грамм 150. И ждем, когда оно раскалится. Картошку обжариваем не до готовности, а чтобы она корочкой такой покрылась. Это для того, чтобы будем дальше тушить, она не развалилась. Все, вот она у нас покрылась. И убираем ее. И теперь самое легкое — обжариваем мясо. Пока у нас обжаривается утка, нам надо вот эту картошечку присолить. Немножко кориандра. И немножко розмарина. И все перемешаем. Вот немного утку мы поджарили. И отправляем сюда лук. И немного обжарим вместе с луком.
Немного с луком пожарили. Теперь посолим. Прямо две щепоточки. Травы любые. Лук и утка у нас обжарилась. И вот сейчас мы уложим ананасы. Прямо так сверху. И остаток вот сока вылим сюда же. И теперь последний штрих, это картошка. И на маленьком огне для готовки картошки. 40 минут прошло. Все у нас готово. Будем доставать. Сначала картошечку. Все у нас готово. Красота. Под это домашнего вина. Сухое, домашнее. Этот бокал подыму за ваше здоровье. Пусть удача всегда будет с вами. Ой. Ну а теперь попробуем. Вот уточка у нас вся разваливается. Попробуем на вкус. Душевная. Если сказать, что это вкусно, это, наверное, я ничего не скажу про это блюдо. Блюдо удалось. Готовьте для своих близких, родных, порадуйте их. Они будут вам благодарны. А на это с вами попрощаюсь. С уважением, Ник-Ник готовит. Не забудьте подписаться на канал, чтобы участвовать в розыгрыше тандыра. Всем пока!